Сотрудники Управления экономической безопасности задержали 59-летнего руководителя организации, занимавшейся незаконным производством медицинских изделий. Все необходимое для ежедневной работы стоматологических клиник на этом предприятии изготавливалось без лицензии. При этом проблем со сбытом, судя по всему, организация не испытывала. Айрат Назипов увидел процесс незаконного производства. Готовы продукты. Смотрите, вот автоматы стоят, включают печки. Сотрудница того самого нелегального предприятия знакомит полицейских с производством, которое расположено в одном из поселков вблизи Казани. Рассказывает, что и как работает, и где производится. Помещение совсем небольшое, но есть все необходимое для производства стоматологических инструментов. Здесь что за штыри? Вот эти? А это вот боты самые. Вот их сначала. Боты, которых мы свертили зубы. Сверлят зубы, когда? Да, вот, их сначала, вот видите, красят, потом на них алмаз насаживают, ага. А потом уже продают. Организация существует уже на протяжении 3 лет. Производство, как установили сотрудники Управления экономической безопасности, незаконное. Лицензии на производство медицинских изделий у фирмы не было. Несмотря на это, готовая продукция медицинских комплектующих для стоматологических клиник и кабинетов пользовалась спросом. За период своего существования организация реализовала их на сумму более 3 миллионов рублей. По результатам проведенных мероприятий сотрудниками полиции были изъяты стоматологические медицинские изделия. На основании собранных доказательств возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий». Если вина мужчины будет доказана, ему грозит лишение свободы сроком до 8 лет. Айрат Назифов, Написа Минязова, Вызов 112.